прославились из-за праздников. 5 фестивалей региона получили статус «Национальное событие 2018» и включены в топ-200. Об этом рассказали специалисты в пресс-центре газеты «Комсомольская правда» в Саратове. Ежегодно эксперты выбирают лучших в рамках федерального проекта о туристических событиях в России. В этот раз в конкурсе участвовало 85 регионов, было подано более 1000 заявок. По словам чиновницы, саратовские мероприятия победили благодаря удачной презентации. Что это за мероприятие? Собинский фестиваль «Раз». Праздник Балтай-Балытау, праздник меда 2. Хвалынские этюды 3. Фестиваль Новеки 4 и фестиваль Аткарской розы 5. Эти 5 мероприятий в 2018 году будут продвигаться по линии Ростуризма, по линии федеральных операторов, по линии различных СМИ.